Мы находимся на предприятии ЭКРС, которое занимается сортировкой коммунальных отходов и раздельно собранных отходов. Весь процесс начинается с взвешивания автотранспорта, который прибывает на весовую. Далее транспорт следует на приемное отделение, где отбираются автошины, крупногабаритный металл, картон, крупногабаритные предметы. И далее, после предварительной сортировки, отходы поступают на конвейер и далее на сортировочные кабины, где находятся сортировщики и разделяют отходы по видам сырья. Это макулатура, пленка ПНД, пленка ПВД, стекло делится по цвету. Далее подбутылка, которая тоже разделяется по цветам. Прозрачная, голубая, зеленая с коричневым и молочного цвета. Все остальные фракции поступают на тракторный прицеп и далее вывозятся на захоронение. Действующий в данное время полигон Тростенецкий открыт в 2007 году. Площадь полигона рабочая составляет 32 гектара. В среднем мы принимаем в день 10 тысяч метров кубических отходов, или около 6 тысяч тонн. На полигоне Тростенецкий по договору подряду работает порядка 50 человек, которые занимаются именно отсортировкой отходов. Это единственный полигон остался в Минске, который принимает отходы. И срок службы максимум еще 3-5 лет, вот, если такими темпами идет.